Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесия. Рита Нирова о наиболее заметных событиях республики. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. 84% договоров на догазификацию в Карачаево-Черкесии исполнено до границ участков. Более 6 тысяч вязаных изделий отправила этой осенью наша республика жителям Донбасса и новых территорий. 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов откроются в регионе в следующем году. И 9 декабря на центральной площади Карачаевска откроется памятник Герою России Канамату Баташеву. Далее подробно. С 1 января 2023 года работники здравоохранения будут получать специальные ежемесячные надбавки. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что по предложению правительства президентом принято решение об установлении с 1 января следующего года специальных доплат медработникам. На эти цели в 2023 году предусмотрено 152 миллиарда рублей. Врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тысяч рублей. Врачи первичного звена будут получать надбавку 14,5 тысяч рублей и врачи скорой медицинской помощи 11,5 тысяч рублей в месяц. Что касается среднего медицинского персонала, то здесь размеры ранжируются следующим образом. Средний медицинский персонал центральных районных и районных больниц ежемесячно 8 тысяч рублей. Средний медицинский персонал первичного звена здравоохранения, ну, то, что понятно, это поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, это 6,5 тысяч рублей. Фельдшеры медицинские и сестры скорой медицинской помощи 7 тысяч рублей. И младший медицинский персонал центральных районных больниц первичного звена будет получать ежемесячную доплату 4 тысячи рублей. Также фельдшеры скорой медицинской помощи, которые принимают вызовы, будут получать ежемесячную доплату 4,5 тысячи рублей. Кассовое исполнение национальных проектов в Карачаево-Черкесии превысило 90%, сообщили на очередном заседании Совета по проектной деятельности республики, которое прошло под председательством премьер-министра региона Мурата Аргунова. Далее цитата. «Считаю, что мы можем его улучшить и достигнуть к концу года 99-100%. Подчеркнул председатель правительства. По словам руководителя регионального проектного офиса, министра экономического развития Карачаево-Черкесии Алина Кохова, кассовое исполнение по 5 национальным проектам в республике на сегодняшний день уже составляет 95%. В этом году на территории Карачаево-Черкесии в рамках реализации национальных проектов капитальное строительство, ремонт и реконструкция проходит в 125 социально значимых объектах. Оплата потребленного газа в республике превысила 100%, сообщил на состоявшемся заседании межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу Карачаево-Черкесии премьер-министр региона Мурат Аргунов. По его словам, по итогам 10 месяцев текущего года уровень расчетов за потребленный газ по всем категориям потребителей составил почти 102%. Кроме того, уровень расчетов за потребленную электроэнергию в регионе составил 94%. Карачаево-Черкесия входит в тройку лучших регионов Северокавказского федерального округа по платежной дисциплине за электроэнергию. И в продолжение этой темы 84% договоров на догазификацию в Карачаево-Черкесии исполнено до границ участков. В настоящее время из 3076 заключенных договоров на технологическое присоединение к газораспределительным сетям завершены строительно-монтажные работы по доведению до границ земельного участка 2582 домов, что составляет почти 84% от общего числа заключенных договоров, а в 1031 домовладении уже выполнен пуск газа. Напомним, подать заявку на догазификацию можно через МФЦ и службу единого окна газораспределительной организации, а также дистанционно через портал госуслуг или же на сайте единого оператора газификации России.
14 новых фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Карачаево-Черкесии в следующем году. Региональные власти продолжают обновлять первичное звено здравоохранения. Также в следующем году 10 фельдшерских и 4 фельдшерско-акушерских пункта будут построены взамен существующих. В Хурзуке, Фроловском, Пригородном, Ильичевском, Пристани, Урупе, Новой Тиберде, Нижней Море, Грушке, Тапанте, Садовом, Киево-Жураках, Курджиново и Курджиново-2 на месте обветшалых появятся современные здания, оснащенные всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. Масштабное строительство и ремонт объектов здравоохранения в сельских населенных пунктах в республике идет не первый год. 19 ФАПов были построены в 2019-2020 годах, а в прошлом году провели капремонт ФАПов Бавука и построили врачебную амбулаторию в Арсаконе. В текущем же году по программе модернизации первичного звена здравоохранения начался капитальный ремонт поликлиники в Учхикене и Тибердинской участковой больницы, а также строительство ФАПа в Учкулане и врачебных амбулаторий в Пригородной и Октябрьском. Минобороны страны организовала доставку почтовых отправлений военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Для этого к воинским частям прикрепили подразделения фельдъегерской почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации. Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва, рассказывает военный комиссар республики Сергей Белобородов. На сегодняшний день мобильная связь в районах специальной военной операции, вы сами знаете, что работает неустойчиво, но иногда это даже небезопасно для самих военнослужащих. Поэтому Министерство обороны определил порядок доставки почтовых писем, бандероли и посылок. Теперь родственники могут направить письма, бандероли весом до 2 кг и посылки до 10 кг через отделение Почты России, почтовый индекс. Он у всех будет одинаковый. 103, 400, далее Москва 400 и номер воинской части. Для того, чтобы узнать адрес военнослужащего, родственникам, близким необходимо прибыть в военный комиссариат и подать заявку. Сотрудники военкомата вам выдадут номер воинской части, где проходит служба гражданин республики. Информация эта строго конфиденциальна, поэтому выдаваться будет не всем, а только близким родственникам. Очередной груз отправил на Донбасс совет старейшин Карачаева-Черкесии. К нему присоединились сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД республики. Собрали все необходимое – спальные мешки, средства связи, теплую одежду и обувь, средства гигиены, еду и воду. Отметим, что это уже не первый груз, направленный советом старейшин в зону проведения спецоперации. Носки, шапки, шарфы, перчатки – более 6000 вязаных изделий наша республика отправила этой осенью жителям Донбасса и новых территорий, а также в поддержку военнослужащих в рамках акции «Бабушкина забота». На протяжении нескольких месяцев жители Карачаево-Черкесии приносили в региональное отделение «Единой России» теплые вещи, которые вязали сами. Благодарственные письма руководителя Центрального исполкома партии Александра Сидякина самым активным участницам акции вручили председатель регионального координационного совета сторонников «Единой России», депутат парламента республики Татьяна Черняева и заместитель руководителя исполкома партии, депутат Думы Черкесска Альберт Зугаев. Среди участников акции – учителя, школьники, пенсионеры, депутаты и другие, отметила Татьяна Черняева. Эта акция в нашей республике стала очень популярной. Каждый из нас с первых дней начала специальной военной операции переживает за то, что происходит на территории Украины, за наших солдат, которые участвуют в этой операции. И, конечно же, когда мы узнали о том, что можно принять участие в этом теплом мероприятии, все откликнулись так, как будто бы сделали это для своих детей, внуков, для своих родных и близких. 9 декабря, в День Героев Отечества, на Центральной площади Карачаевска состоится торжественное открытие памятника Герою России, генерал-майору военно-воздушных сил страны в отставке Канамату Баташеву, который трагически погиб во время специальной военной операции, выполняя долг и сохраняя жизни российских бойцов. Указом президента страны за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, Канамату Хусеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации.
Весной следующего года в Черкесске будет полностью благоустроен парк около городского дворца культуры. И с наступлением тепла планируют сделать территорию действительно зеленой зоной. Информацию комментирует заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкесска Равиль Тикеев. В рамках благоустройства были установлены дополнительные пешеходные дорожки с плиточным покрытием, возведен общественный туалет, установлено 40 фонарей освещения дополнительных, а также установлены мусорные урны в количестве 15 штук. Весной следующего года мы планируем заняться озеленением данной территории, будет завезен чернозем, посажен зеленый газон и планируем посадить около 100 деревьев. В Донбассе прошли масштабные тактико-специальные учения, в рамках которых сотрудники МЧС, а также иные профильные ведомства и службы отработали действия по спасению людей на объектах туристического комплекса. Подробности рассказал начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Василий Дергоусов. При проведении таких масштабных тренировок, учений, туристы, гости, жители республики на самом деле чувствуют работу всех служб, всех подразделений, которые могут прийти им на помощь в любой ситуации. Въезд в село Дружба украсила большая арка. Ее установили в память о кади и духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Ибрагиме Хаджи Качиеве. Его именем также названа центральная улица Дружбы. Работы по возведению архитектурного сооружения проводятся за счет средств местных благотворителей. Благодаря неравнодушным гражданам, выходцам из этого села, успешно реализуется ряд значимых проектов, направленных на развитие общественной инфраструктуры и объектов социального благоустройства, рассказывает муаддин села Дружба Халид Качиев. Я не ожидал, что люди так будут относиться к этому сооружению. Есть у нас Эркен Асхат Борисович, житель этого села, который очень любил ради Аллаха нашего имама. У них взаимоотношения было таком на высоком уровне. Он очень помогает, ни рубля не берет к этому сооружению. Она вот 80% закончилась. Я вам скажу, правительство, министры, замминистры, они просили называть свои имена. То, что они делают ради Аллаха, не хотят, чтобы их озвучивали. Очень многие помогают. 11-классники республики написали итоговое сочинение, изложение, которое является одним из условий допуска выпускников к ЕГЭ. Помимо этого, его результаты могут учитываться как индивидуальное достижение при поступлении в некоторые вузы. Всего сочинение написали 1614 11-классников, а изложение – 13 человек. На выбор учащихся региона были представлены следующие темы. Какую жизненную цель можно назвать благородной? Что такое взаимопонимание? Когда представитель старшего поколения становится настоящим авторитетом для молодежи? В чем ценность исторического опыта и другие? Итоги будут оцениваться по системе зачет-незачет, учитывая такие параметры, как самостоятельность написания, соответствие выбранной теме, умение аргументировать позицию и обоснованное привлечение литературного материала. Выпускники ознакомятся с полученными результатами до 1 декабря. Школьники республики впервые написали всероссийский диктант по английскому языку. 65 учеников из разных уголков региона проходили задания на базе Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Карачаева-Черкесии. Большинство из них являются победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Результаты диктанта будут известны после 21 декабря. Ребята получат электронные дипломы и сертификаты об участии. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По данным региональных синоптиков, сегодня по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В горах местами от 0 до плюс 5. Утром местами на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 7 градусов выше 0. На этом региональный новостной блок завершен. Выпуск провела Рита Нирова.